Выбили фары, помяли бампер и левую дверь. В дорожные сводки попало происшествие с участием машины скорой помощи. Столкновение автомобилей медиков и приора произошло сегодня около 8 часов утра на перекрестке улиц Куйбышева-Московская. Ехал на зеленый свет, выехал уже на перекресток, то есть и меня... Она шла с мигалками, без? С мигалками. Водитель приора направлялся со стороны бульвара Тихомирова. В салоне машины также была женщина. Скорая помощь ехала с вызова со стороны торгового центра «Западный». Под звуки сирены везли годовалого ребенка на госпитализацию в детскую больницу. По одной из версий, автомобиль не пропустил скорую помощь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Никто из участников дорожного происшествия не пострадал. Механические повреждения только у транспортных средств.